Ну чё, Сань? Сейчас сокращу звук чутка. Ты хоть волокёшь, как настраивать? Ну да, так. Свою настроил легко. Так, это 402, тут она у нас. Ага. Сигналка понравилась. Что, винишка как догоняет? Ничего, нормально. Нормально? Ага. Вот. И на этой так. Сереге вот Арчакову прислали. Бейсболку, очки и сумку. Никак вручить не могу. Не найду. И вот это Олины соседки, бабушка. Прям. Олег, вон смотри, булавку лежит в столе, возьми, подаришь Надюшке. Какую? А, вот, вот эту? Да, Надюшке. Хорошо. Смотри, все, там. На одном канале. На одном? Да. Ну, надо сейчас попробовать, чтобы попробовать, забибикало. Ну, сейчас подзарядиться на зарядке же, да, не будет, я думаю. Ну, все, пойдем тогда за фруктами. Смотри, внимательно. Ну, пускай покажет. Ну, вот, что, смотри, 400, 222. 457, 457, 625. Все одинаково? 625. А попробуй, нажми, будет она что-нибудь говорить. Прием, прием. Это тут так. Прием, прием. Это она близко они. Короче, говорить будет, да? Да, говорить будет, все, они сейчас просто близко. Все, Олег, придешь, заберешь тогда. Пусть зарядится. Пойдем, апельсинник, мандариников. Да, я оставлю пока. А, смотри сам, ну-ну. Это они сейчас просто близко, поэтому опечатают. Я понял. Рад, ты хорошая тема, Аля. У тебя была когда-нибудь? А? Была когда-нибудь рация? Конечно. Когда? Когда работал. Здесь. Потом Сашке тоже прислали. Да ты что? Ты, оказывается, шаришь аппарат? Ну, был уже у меня. Вот все. А вон там, ты что? Сань, ты как первый раз кабуль? Так я же не хожу же постоянно. Едем дальше, друзья мои. Пойдем Саньку фруктиков купим. Ну и стекло надо будет заказать на трубу, наверное. Всем добра. В Телеграм присоединяйтесь, приглашаю. Телеграм-чат у нас также. Все ссылочки здесь на главной в описании в шапке профиля.